Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это рубрика «Тайны The Isle of Rima». Насколько мы знаем, The Isle связывает достаточно много гипотез тайн с лором игры. Практически во многих играх есть пасхалки. Что такое пасхалка? Это секретное послание в игре. В том же Legacy мы с вами в одном из роликов «Тайн» разбирали происхождение каннибалов и людей в игре, а также слышали их голоса. Да, собственно, они слышны до сих пор в игре. В то же время мы видели отпечатки рук человека на скале и наскальные рисунки. Многие игроки не обращают внимания на многие происходящие вещи, да и, собственно, скорее всего, это больше интересует таких людей, как я, которые хотят изучить и изучать внутренний мир The Isle. Как по мне, это круто. Понять, что происходило в игре, будет происходить. Ведь многие происходящие в игре вещи так или иначе подчеркивают нам будущее и прошлое в игре. Да и сами разработчики любят нас подразнить чем-то новеньким. Возможно, даже уже готовым. Для тех, кому интересно, в описании я оставил ссылку на плейлист «Тайны». Обязательно к просмотру. Ну а в сегодняшней рубрике «Странные звуки в заливе». Лично я услышал их ночью. Спросите, что я там делал? Я списался с одним человеком, который мне и посоветовал все это поизучать. И скажу больше, что различного рода звуки есть по всему острову. С редкой периодичностью, но они происходят. Сегодня, возможно, звук мозазавра. Почему звук мозы? Да потому что есть океан, и в игре в будущем будут водные динозавры. Мы это видели? Возможно, разработчики вставили в это место на карте их звучание. Не знаю, может, я, конечно, ошибаюсь. Но скажу одно, до некоторого времени я не прислушивался ко многим вещам в игре. Короче, слушаем. Ну, в общем, вот как-то так. Пишите комментарии, что обо всем этом думаете. И, в общем, скоро новый разбор новой тайны. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima.